Требования к работе общепитов даже в доковидную эпоху были высокими. Теперь условия Роспотребнадзора для ведения ресторанного бизнеса стали еще жестче. На кону здоровье и жизни посетителей. Запас масок, запас перчаток. Это для персонала. А почему мне приложили? Что они сделают? В регионе усилили контроль за деятельностью общепитов. Плановые рейды по выявлению нарушений в ресторанах и кафе проходят регулярно. Дополнительно отрабатывают и жалобы самих посетителей. Например, самарцы сообщили в Роспотребнадзор, что сотрудники этого ресторана работают без масок и перчаток, а на входе нечем обрабатывать руки. Внеплановый рейд прошел согласие прокуратуры. А это у вас бутылка тогда чего? Осмотр показал, обычным замечанием не обойтись. На момент проверки были выявлены нарушения, такие как сотрудники, официант и гардеробщица работали без перчаток, в недостаточном количестве дезинфицирующие средства, отсутствуют подтверждающие документы по обработке оборудования, расстояние не соблюдается в обеденной зоне. Столики не расположены на расстоянии более чем 1,5–2 метра. Работа общепитов на контроле регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Напомню, штраф за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора предприятиями может доходить до 300 тысяч рублей, плюс ограничение деятельности на 3 месяца. Поэтому лучше позаботиться о санитарных мерах сейчас, чтобы не пришлось отключать музыку.